Кровососун. Леха заклинило оружие. Ну ёбки мать, а. Что-то какой-то мощный. Помните? Да умри ты! Леха, какой он резвый. Какой быстрый. Херо! Ты смотри, у меня аптечки кончились! Бля, кто тебя создал? Да иди ты нахер! Нахер иди! Леха заклинила, мать твою! А как он сверху-то очутился? Почему всегда все не вовремя? Оружие клинит! На! Да на! Откуда он появился-то, бля? В смысле? Как? А? Он просто появился. В смысле? Зажмем. Уже зажали. Короче, садимся здесь. Бля! Ладно. Будем что-то решать в следующей серии. Спасибо, я уж поел. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами Сталкер Тень Чернобыля. Проходить. Так, в комментариях вы написали, что Монолит, вот эта группировка Монолит, которую мы с вами встретили, это даже сказать не группировка, это такая секта, которая поклоняется исполнителю желаний. Вот, некоему исполнителю желаний. Вот, ходят слухи, что как бы даже сам вот этот исполнитель желаний, он ими управляет. Они считают его каким-то божеством там. Вот. Также вы написали в комментах, что вот эти вот глюки, вот эта вот вся чертовщина, которая творится сейчас вокруг нас, это дело рук, короче, выжигателя мозгов, как я и предполагал. Вот. Так что нужно его отключить как можно скорее, чтобы у нас не случился инфаркт головного мозга. Так, мы, в принципе, пошли, повернули вот правильно. Пошли вот так. Мы, в принципе, недалеко. Найти вход от бункера управления и... Либо здесь, я так понимаю, либо вот здесь где-то у нас вход в бункер, либо вот здесь. Ну, давайте взглянем. Так, эти штучки можно, наверное, разбить. Может быть, какой-то ништяк мы здесь и найдем. Окей. Так, погоди. Теперь уже в глазах двоится. Так сказать, глазится, короче. Так, ладно. Бляха. Ты смотри. Ах ты, бляха. Ты смотри, что там. Охренеть. Просто отчаянные чуваки, вот этот монолит. Бляха, меня еще херачит этот. Понятно. Хрен на эти бочки. Смотри, что творят, да? Да нате, взорвитесь. Да, а чё бочка не взрывается? В смысле? Смотри, она сейчас ко мне подкатится и взорвется. Вот из-за этого желтого свечения непонятно, какого цвета бочка. Может, это обычная бочка? Так, ну-ка. Отлично. Отлично. Ничего интересного в карманах у этого типа нет. У тебя. Так, патрончики, которые мне нужны. Отлично, можно сохраниться. Погнали дальше. Мы, в принципе, недалеко от входа уже. Бляха, они задрали. Ты смотри, что творят. Смотри, что творят. Уничтожить эти бочки. Это, видать, осечка в этой бочке. Хорошо.
Ах ты падла, еще даже не взорвался, а? Смотри какие! Смотри какие! Так, что у тебя, патрончики? Хорошо, пожрать. Так, ага. Это все заберем. Это все заберем. Также вы написали в комментах, что ходят слухи еще, что монолит-то, возможно, даже это, как бы, блин, есть бляха, там снайпер. Есть предположение, что монолит, некоторые подразумевают монолит, короче, как секту, некоторые подразумевают его как один из видов зомби. Ну, я думаю, что это неправильно. Как бы я считаю, что больше подойдет секта. Так, вон там далеко. Бляха, он очень далеко, очень далеко. Снайперов вот этих надо... Бляха, как он снимает-то жестко. Да умирать-то будем, нет? Сегодня. Отлично. Я так все аптечки потрачу. Так, снайпера готовы. Вон того чела... Чела надо, короче, загасить, потому что он задрал. Так. Я его, по-моему, ранил этого. Леха, непонятно. Попадаю я по нему, наношу урон. У меня так патроны быстро кончатся. Я нихера не понимаю, попадаю я по нему или нет. Так, есть тут что? Здесь есть вход. Но это мне ничего не дает. Как бы. Так, погодь. Что-то такое возрастает? Ух ты, нихрена, смотри, что там. Так, окей, да задрал ты. Что ж вы такие, падлы, меткие? Еще один снайпер, наверное, да? Нет? Окей. Ладно, я что-то знатно так потратился. Как такового бойни-то и не было сейчас, но... Бляха, это... Во-во-во-во, патрончики, патрончики от снайперки. Хорошо. У нас теперь есть 6 патронов от снайперки. Очень даже неплохо. Так, радиэйшн, радиэйшн. Бляха, я опять не туда пошел. В смысле? За забором где-то вход в бункер? Понятно. Или все-таки пробраться как-то вот здесь. Ну ладно. За забор мы уже не пойдем, надо как-то, короче, пробраться сюда, вот, за эту стену. Наверное, я сделаю вот так. Главное, не ушибиться, короче, здесь, как-то говорится. Так, найти вход в бункер, окей. На вышках надо по-любому полутать, потому что... Там, бляха, бляха. Он стоит. Да не один. Хорошо. Этих вынесли. Так. Вышки по-любому лутать. Так, в этой нет ничего. Потому что там были снайпера. И нам нужны патроны от снайперки в любом случае. Вот, так. Так, нет. Гранату там, наверное, надо было взять у того. Так, бинты по... Бляха. Бинты по-любому. Забери обратно. Бинты по-любому. Гранату. По-любому.
мало ли контролеры. Опа, походу. А это не вход в бункер? Леха, я вход в бункер нашел. Ладно. Окей, тогда попробуем отключить выжигатель мозгов, а потом облутаем территорию, потому что... чтобы вид как бы был более-менее нормальный. Я так думаю, что бункер — это лаборатория, наверное. Обследовать, что там было? Обследовать. А, отключить установку. Окей. Я так полагаю, что это лаборатория X18. Ой, 19. Мы же еще там не были в 19. И вы мне так, бляха. И вы мне так и написали в комментах, прав я или нет насчет лаборатории X19. Так, ну загружаются походу какие-то. Ну да. Я почему-то думаю, что это и есть лаборатория. Так. Аэропром. Ага, ага. Исследование Круглова. Ага. Проводника. Личные заметки. Так, проводник. После общения с психом. Так, погоди, с каким психом мы общались, я чуть не помню. Ну что ж, я готов идти на выжигатель. От психа я узнал время понижения мощности излучения и о безопасном месте, где я смогу дождаться этого времени. В другое время моя псих-защита все равно не поможет. Мне придется найти вход в подземный бункер лаборатории X19. Внутри путь к управлению антенном выжигателя мозгов. Да, бункер лаборатории X19. Как я и предполагал. Окей. Чувствую, здесь сейчас будет страшно. Страшно, мать ее. Возьмем мы с вами дробашулю нашего спас, чтобы он нас тут немножечко спас. Дверь заперта. Понятно. Да, ну там тихо. Никого не вижу, но... это, наверное, пока я не зашел внутрь. Что-то я так предполагаю, так и есть. Так, артефакт. Бляха, я думаю, у выжигателя мозгов тут столько дичи всякой будет. Чисто, тихо. Это даже не лифты какие-то, а какие-то, знаешь, эти камеры для подопытных, наверное. Возможно. Здесь вот всякие, смотри, двери. Если там за дверьми кто-то есть из подопытных каких-нибудь, то буду в замок. А нахера нам вводить код, если дверь открыта? Это что? Так, бочки. Это вода или что? Это вода, да? Скелет. Да, это вода. Это всего лишь вода. Я уже испугался. Вообще-то кисть. Эх. Нихера лава. Ты прикинь. Что-то так страхово. Вот это системы, да? Вот это системы. Так, кого-то слышу. Снорки, наверное, да? Либо снорки, либо кровососы. А может еще какая-нибудь херь новая. Так, нужен пароль по любасу. Нужно искать, короче, кого-то
у кого какой-то труп надо найти. Ну, я думаю, что труп. Что это за шорохи? Канистру, канистру с собой мне не взять. Ей, в принципе, нафига она нужна. Если бы, знаешь, канистра коньяка была, то ладно. Ну, в принципе, я не пью же, да? Но все равно продать можно было целую канистру коньячины. Подрочи. Кровосос. Окей. Ух ты, ох ты, ох ты, для снайперки патрончики. Ништяк. Ладно, давай, иди сюда, кровососущая тварь. Кровососун. Леха заклинило оружие. Ну ёпти мать, а. Что-то какой-то мощный. Помните, да, в этом, когда к тайнику стрелка шли, мы так хорошенько его, их просто с первого выстрела вынесли, там двоих, с одного-двух выстрелов. Ну, что-то как-то он какой-то мощнялый. Да умри ты! Леха, какой он резвый, какой быстрый. Херо! Ты смотри, у меня аптечки кончились! А нет, не кончились. Да ты ля какой, бля! Перезаряди. У меня заклинило, и все, мне не перезаряди! Пока он там бегает, я его что-то... Да ни хрена, он что, бессмертный? Ты, мать твою, ты какой такой? Бляха, кто тебя создал-то? Иди ты нахер! Нахер иди! Кобздец! Одного кровососуна не могу убить. Это чё, ты кто? Убился? Ты прикинь, как я потратился на это? У меня две аптечки осталось. Ты чё такой? Какого хер? Бляха, я слышу еще одного. О, бежит! А, нет! Да ты смотри, целая обойма, просто целая обойма, шквал патронов в одного. Да вы чё? Жесть. Я не знаю, сохраняться мне или нет вообще. Ладно, пофиг. Что делать-то? Сохранимся, конечно. Будем страдать. Так, ну здесь вот. По-любому патроны должны... Ну ладно, аптечки хоть. Аптечки тоже хорошо. Леха, у меня патроны. Патроны просто. Так, а если я сделаю вот так, разрядить? И зарядить, да? Получается. Теперь он должен стрелять. Внутри патрона мне погода не сделает, если так-то. Поэтому я выбираю вот это. Так, снайперку я сейчас перезаряжу. Потому что у меня такое ощущение, что мне придется снайперкой ходить. Так, ладно, я выберу, короче, пистолет. У меня в пистолете немножко более-менее. Я попробую походить с пеплем. Дверь заперта. Все заперто. Ой. Каких-то ссаных два кровососа, ты прикинь? Я говорю, мне такое ощущение, что чем глубже спускаешься в какие-то лаборатории, тем
все твари, они мощнее и сильнее. Лифт. Он не работает, да? Понятно. Так, а здесь что? А, туда мы пришли. Тут закрыто, там нет ничего. Здесь вот, ага, лестница вниз. Окей. Здесь куча еще всякого, всякого. Так, давайте здесь этот этаж, потом пойдем вниз. Компьютер. Здесь ничего не открывается. Записок никаких. Вот это местечко похоже больше на арену. А! Я круг сделал! Вон оно чё. Я сделал кругаль, короче. Помните, да? Я был вон с той стороны. Эта дверь заперта. Да. Понятно, нам остается только вниз. Все ниже и ниже. Прямиком в ад нахер. Ладно. Вниз так вниз. Здесь, смотри, дверь, короче, на кодовом замке. А где коды-то брать? Где брать, мать его, коды? Мне-то никто никаких кодов не дал. В журнале там, допустим. Ну, информация... Из X18 нет. Список кодов, не знаю. Агропромы, КПК, проводника. КПК, проводника. И... Не, это ничего. Все херня. Понятно. Возможно, они не открываются. Тогда зачем, короче, эти... Ну, я могу панель пощелкать. Так, методом тыка пытаться подобрать. Не, ну, коды по-любому где-то должны быть. Какие-то ученые-то здесь должны быть. Какая-то группа, какие-то... Ну, кто вот этим вообще занимался. И у них по-любому коды надо, наверное. Следующие здесь остались. Конечно, есть вариант, что они все... Посбегали отсюда во время какого-то ЧП или фиг знает. Хотя бы записочку оставили. Вот тебе код. Иди, умри. Нормально. С гранатой рядом лежит. Так, я туда пришел, да? Сюда. Допустим. Бляха. На первый взгляд, знаешь, кажется, ходов пипец просто. Но... Все равно это. Мы придем туда, куда нам надо. Все ведет в одно. К одному. К выжигателю, наверное, да? Так, лесенка. Бляха, нет! Ну нет! Кровосос. Да лучше в снорке. Смотри, вон. Я его вынес одним выстрелом? Нет, хер. Леха ты. На. Глотай. Я его убил? А, хер. Хер смахер. Вот, на, держи.
Теперь ты сдох? Ну-ка скажи мне, ты сдох или нет? Хер. Аккуратно. Нет, я сохранился, плеха. Прям перед его выходом. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Бляха, с пекалем вообще жесть. Их не пробить пекалем. Просто не пробить. Но все равно я возьму пекаль, потому что патронов у меня от автомата нихт почти. Чтобы ненароком просто так их не потратить. А, я помню, да? Мы видели, да? Так, а что будет, если я сделаю вот так? Просто сгорит. Сгорел болт, прикинь. Так, патрончики. Это патроны. Чего? Бляха, мне не нужны такие патроны. Мне такие патроны не нужны. Так, ладно. Где же этот выжигатель мозгов? Я тебя отключу, и все будет нормально, все будет хорошо. Все твари исчезнут. Все ослабится, все твари ослабятся, будут салагами сразу станут. Окей. Закрывай двери. Береги тепло. Ясно, да? Как раз актуально. Все, это зима. Закрывай двери, береги тепло. И окна тоже. Ну, иногда проветривать можно. Но ненадолго. Так. Либо туда наверх. Либо там дверь внизу еще была. Ну, проход. Так. Может, здесь какой ништяк лежит? Дайте мне какой-нибудь ништяк-то, ну. Вообще пусто. Вообще пусто. Так. Сюда? Я сюда не заходил, да? Здесь не был. Что-то я запутался, погоди. Да, походу я здесь не был. Что-то какие-то звуки странные. Куда дверь? Бляха, нет вообще никаких просто ништяков. Такие, знаешь, вот залазишь, такие вот уголки. И такое ощущение, как будто, знаешь, там что-то должно быть лежать, хотя бы что-нибудь. А нет, там нет ничего. Вот, допустим, о. Хорошо. Ну хоть артефакт, мне патронов, а не артефакт. Так, а больше здесь дверей-то нет. А куда мне идти? Что-то покрутить, может? Что-то нажать надо? Туда тоже никак. Бляха, патрон только потратил. Бесценный патрон я потратил сейчас. Куда идти-то? Опа, лесенка. Опа, ничего нет. Бляха. Ноги сломай давай еще. Так, а куда идти-то? Погоди. Я что-то не понимаю. Ну вот отсюда я пришел.
Мне нужен пароль. Мне нужен ориентир. Может, какая-то панель стоит? Погоди, я вот сюда вот залез. У меня вот... Видел там это? Ну, цель появилась. Может, здесь где-то наверху? Мне вон туда надо попасть, наверное. Наверху. Как-то. Или вот здесь? Непонятно. Здесь что ли? Погоди, вот здесь еще какая-то лестница. Там, наверное, какой-то рубильник. Да? Есть такое? Вот он еще. Вон панель. Как мне в нее попасть? Да хера тут система, смотри, труба такая, да? Вот у скелетов были какие-нибудь, знаешь, коды, там записка какая-нибудь. Так, а здесь мне ничего не нажать. АП. Может, здесь еще нажать можно? А вон рубили. Я отключил выжигатель в мозгу. А, сейчас будет падать, да, наверное? В обморок. Очередной сон. Твоя цель здесь. Иди ко мне. Чего? Это кто? Это кто? Кто ты сказал? Ты кто? Так, журнал. Личные заметки. С выжигателем покончено. Так, я отключил выжигатель. По какой-то причине в момент выключения потерял сознание. Я увидел сон. Опять громада чернобыльской станции и саркофага. Потом вспышка, сияющий монолит внутри саркофага. Я понимаю, что это и есть исполнитель желаний. Сталкер, оборванный и изможденный из последних сил, протягивает к нему дрожащие руки. Яркая вспышка, и я опять вижу отрывок из первого сна. Человек стоит к нам спиной и стреляет. Вдруг раздается окрик: «Стрелок!» Человек... вздрагивает, застывает на мгновение и медленно начинает поворачиваться. Ну и как кинолента, пущенная в обратную сторону, прокручиваются кадры, как он автоматом загоняет крыс обратно на станцию. Я понимаю одно. Я был там. Я должен идти к монолиту. Блях. Я был там. Вот смотри, вот все вот подходит, да, к одному. Доктор сказал, что, ну, обращался к нам стрелок. Сейчас он, типа, видишь, опять стрелка видел. И тут же говорит, что я был там. Все к одному идет. Возможно, я и есть стрелок. А нафига тогда у меня записка, типа, убить стрелка или что там, фотка? Может, это не моя? Может, это какого-то наемника? Я просто отобрал. Я как бы не имеет никакого значения. Мне многие хотят убить, ну, как бы стрелка. Если я стрелок, то и меня, знаешь. Как ты понял, короче, да? Вот. Так, ну окей.
проникнуть в саркопак и найти исполнителя желаний. Понятно. То бишь, вот сейчас со мной разговаривал вот этот монолит, вот этот исполнитель желаний получается. Ну, сказал, типа, что он там сказал, я уже забыл, что он сказал. Так, ну окей, исполнитель желаний, мы, значится, пока я думаю, нет. Припять. Мы пойдем с вами, так, на ЧС у нас проникнут в саркофаг, да? Мы пойдем с вами в Припять теперь, в гостиницу. И найти там, что там, тайник, да, еще один, или что там. Так, окей, мне надо выбраться отсюда. Там пароль. Я не знаю, смогу... Нихера себе, 21. Кто это? Так, ладно. Бляха, я смогу? Нет, я не смогу. У меня не открыть там эту дверь будет. Так, если я сейчас спущусь, я смогу подняться? Я просто проверить дверь. Да, нет, нет, да. Получится, не получится. Так, окей, я здесь, да, смогу. Тут, смотри, лесенка вниз. Ага. Понятно. Так, а что у меня фонарик-то выключился? Так, ну что я тут? Ни хера тут. Дверь закрыта. Записок я никаких не нашел. Трупов здесь никаких. Только скелеты, а записок с кодами нихт. Поэтому я не знаю, как открывать эти двери. Поэтому идем обратным. Чё сказал? Опять военные, что ли? Или монолит? Монолит. Да? Надюшка его. Смотри, сразу проникли, да, сюда? Стоило только отключить, бляха. Не, а это нифига не монолит, это уже какие-то, это военные, наверное. Ну где ты там? Так. Сказал бедняк. Бляха, если я возьму сейчас автомат, то у него, короче. А и смысл? Нафиг. Ладно, как шли, так и идем. Нет патронов, нет, будем ножом резать всех. Да? Что ты говоришь? Ну где ты там? Мать. Мать. Так, хорошо, патрончики. Пока с пистолетом хожу, я пока поэкономлю патроны для автомата. Пускай немножко покопится. Там уже это видно будет дальше. Бляха, нихера он меня... Хера не выносят, просто выносят. Надо как-то выбраться, короче, отсюда. Бляха, да ну нафиг! Я опять не сохранился, да вы чуй. Да умри! Я тебя первый раз одного убил. Да умри ты! Где он, кусок, бляха? Так, ну у него, по-моему, ничего. Там ублюдки. Нет? Ёпти мать. У него тоже ПГшка, смотри, походу. Теперь понятно, почему он выносит. Фу.
Да, это вам не в тапке срать придется, попотеть. Да кто? Кто, бляха? В смысле? Как это сейчас было-то? Где ты, мать твою? Он через стену? Яха заклинила, мать твою. А как он сверху-то очутился? Почему всегда все не вовремя? А оружие клинит. Жесть какая. Так твой, тихо, блин. Вот как он вот здесь очутился? Здесь он не мог пройти никак. Сюда, как они сюда попадут? Да никак. Как он снизу там очутился? Бляха! Нихера себе! Уроды! На! Да на! Ну, откуда он появился-то, бля? В смысле? Как? А? Он просто появился, в смысле? Мудаки! Мудачьё! Да куда ты убрал-то, бляха? Сукок, умри. Ну? Зажмём, уже зажали? Уже бесит. Эх ты, не успел. Хотел в тапок стрельнуть. На. На. Бляха. Да вот близко, это плохо. Я люблю на дальней дистанции. Готов. Хера он меня вынес просто сразу же. Все, у меня, наверное, аптечек. Да. Них. 10 этих бинтов осталось. И там 14. 14 штук. А нихера у него не ПГшка. О, отлично. А, нет, смотри, ПГ. Да, да что, в смысле? Мастер Монолит. Ай-яй-яй-яй. Так, может мне ПГшку поменять? Погоди, может она у меня сломана? Есть же... Может быть такое? Да? Вот. Так. Что у меня там? А, нет, у меня нормальная ПГшка. Да ёпта! Сверху! А как он сверху появился? Как он там появился-то сверху? В смысле? Там нет. У них пароли есть какие-то, что ли, чтобы двери открыть? Как он там появился? Там дверь закрыта на пароль. В смысле?
Кранты тебе! Но... Да идут, идет лесом этот лагерь. Что за дичь? Что за дичь? Почему мне не выйти отсюда? Почему мне не выйти отсюда, а? Это как сейчас было? Он стоял вон там за стеной. Он стоял вообще в другой там комнате. Как он стрелял и попадал сзади меня в стену? Как? Жесть, просто жесть. Так, бляха, идете вы лесом. Оба все. Бах! Блёх, не убил. Он туда вот убежал, собака. Нахер. Да в смысле? Ты чё за киборг такой? Помоги огнём, бляха. Да умри ты нахер, ты чё, блядь? Да в смысле, чё за глюки-то? Бррррр. Да хер с ним, у него там одна колбаса, блядь. Как? Как? Ножками его. Умри нахер. Все, нет вообще ничего. Надо будет, короче, идти и закупаться нам патронами, снарядами. Жесть. Жесть. В смысле? Ты че, серьезно? Говнюк сзади был. Сюда. Так-то. Они из любой дыры могут вылезти. Просто из любой дыры могут вылезти. Какое жрать ты вообще, что ли? На, вылазь. Я тут. Я тут. Ку-ку. Ку-ку. Да в смысле? И не дохнет нихера. О! Да в... ты чё? Бинокль кинем, да? Вместо гранаты. На, получай. Давай! Да чё? Он даже с гранаты не дохнет. Да чё? Мать твою, да чё такое? Умри! Ну вылези! Давай! Но! Вылазь! Какой он нудный-то!
Давай, выходи, прикрыть дай мне. Еще? Еще? Я не понимаю. Иди сюда. А, я его убил, что ли? Так. Короче, садимся здесь. Бля! Все, все кончилось вообще. Все. Все кончилось вообще. Все кончилось. Короче, садимся здесь. Вот. Вот так на трупе. Пожрем. Сохранимся. И будем как-то страдать уже в следующей серии. Вот. Потому что... серия у меня подошла к концу. Вот, патронов нет, 3 патрона у нас в дробаше. Снайперка только есть, ну, блеха, снайперка. Ладно, будем что-то решать в следующей серии. Спасибо, я уж поел. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий, всем пока.